Привет! В прошлом видео мы заменили стандартный объектив к нашей камере UI4K. Если помните, то мы фокусировали и регулировали фокус с помощью крышки от сока, что выглядело как дикий колхоз. Мне это тоже не нравилось, и я хотел сделать своей камере приличный вид. Для этого мне пришлось познакомиться с 3D моделированием и разработать 3D модель фокусировочного кольца для нашей камеры. Делал я модель в программе SolidWorks. Отличная программа для 3D моделирования. Посмотрев пару уроков в YouTube, я сел за работу. Все началось с измерения самой камеры и объективов. Потратив не один час, у меня получилось создать две модели. Одну для моего нового объектива без фишая и вторую для стандартного объектива. На обеих деталях я сделал засечки по краям, чтобы не скользили пальцы при изменении фокуса. Кстати, эта деталь отлично подойдет для того, чтобы выкрутить стандартный объектив. В ней сделаны прорези, которые идеально заходят в пазы объектива. Эта деталь будет отличной заменой ключа от Pixar, который, заметьте, стоит $37. Так как у меня нет 3D принтера, мне пришлось поискать и найти, где можно распечатать деталь. Это легко можно сделать, как говорят, Google в помощь. Пишешь 3D печать и ближайший город. Также существует огромное количество сайтов, которые распечатывают и высылают деталь почтой. Наши фокусировочные кольца готовы. И вот что у нас получилось. Как можно заметить, на детали много неровностей, которые нужно зачистить небольшим напильником или без спроса взять у жены фрезер для маникюра и почистить нашу деталь изнутри. После этого берем обычную стеклянную банку и наливаем немного ацетона. Кидаем ватный диск или салфетку, чтобы наша деталь не прикасалась напрямую к ацетону, и помещаем на нее деталь. Закрываем крышку, слегка подогреваем банку снизу для выделения паров ацетона. Именно это нам и нужно. Оставляем нашу деталь там на минут 20. Вынимаем нашу деталь и даем высохнуть. В результате наша деталька стала более гладкой. Все идеально подходит. Теперь каждый объектив надежно закреплен, и при необходимости можно заменить его в любой момент. Как по мне, вид камеры стал намного лучше, чем с крышкой от сока. Не правда ли? Жду ваши комментарии насчет этого. 3D модель я загрузил на сайт Thingiverse для общего пользования. Пусть каждый, кто хочет, скачивает и пользуется. Ссылки я оставлю в описании под видео. А с тебя я попрошу только лайк и подписку на мой канал. Всем удачи, до скорой встречи в следующем видео.